Оркестр грянул, новогодний бал открыт. Этого праздника воспитанники кадетской школы ждали и готовились к нему буквально с первых дней учебного года. Ведь только на балу можно показать себя во всей красе. Молодые барышни в красивых платьях благосклонно принимают восхищенные взгляды кавалеров и поглядывают на кадетов в парадных мундирах, а те, в свою очередь, время от времени приглаживают волосы и поправляют аксельбанты. Кадетский бал традиционно проводится в канун Нового года. Это уже пятый по счету, юбилейный. Организаторы вспоминают самый первый. Бал был скромным и проходил в стенах школы. А нынешний самый масштабный. На бал пришли и совсем юные барышни. В прошлом году у нас участвовали только ученики четвертых классов, как малыши, как переходящие в пятый класс. В этом году у нас участвуют уже третий и четвертый класс. То есть мы уже опустились на ступеньку пониже, уже начинаем привлекать, начиная детей с третьего класса. Снежная королева своим нежданным визитом навела переполох, забрала с собой Кая. Но кадеты быстро организовали погоню и восстановили праздничную атмосферу бала. Первыми аккордами закружились в вальсе пары. Галантные кавалеры во время танца старались не наступать на изящные ножки своих дам. На новогодний бал то и дело прорывались недобрые герои сказок, однако испортить праздник им не удалось. Добро победило зло. Организаторы бала впервые решили сделать бал тематическим и назвали «По страницам сказок». Каким будет кадетский бал 2015 года, держат в секрете. Ясно одно – он будет еще более ярким и волшебным.